Эрфо Брандо Хими Трактат Недарим Дав Мем Далет, 44-й лист, Иерусалим 4-й Тора Нишмат Конес, Тора Нихолам, Абьет Эрдуши, Мурхами Мурхар Бензин Пол, Асахад Мисру, Фуфада Мисру, Шалом, Борец Утбаула. То наш лист продолжает объяснение Мишны, которому еще сказали, что если два друга шли по дороге, и один до этого дал обещание, что никакой выгоды от его друга не получит, и нечего ему есть, то второй что может сделать? Положить свой хлеб в сторону, на камень, на забор, и сказать, что этот хлеб ничейный. И потом тот, которому нечего есть, и который, в принципе, не имеет права никакой выгоды от своего друга получать, может его взять и съесть. Так считает Хахамим, но Раби Йоси не согласен. И Раби Йоханан объяснил, почему Раби Йоси не согласен, потому что Эфкер Каматана Вехол Лахзор Бо, он считает так, что Эфкер, когда человек от чего-то отказался, это как правило с подарком. Когда подарок переходит в владение другого человека, только когда тот получил это, не когда тот приготовился отдавать. И он также считается Эфкер. Эфкер, когда человек отказался, пока тот не получил, кто-то этот эфкер не взял, это не считается его. А здесь получается, что это и до сих пор его, и поэтому он может его взять. А хамим же говорят, нет, эфкер, матана, матана. Эфкер, как только человек отказался от своего имущества, от своей земли, от своей вещи, она моментально не становится ничейной, становится не его, и любой человек может ее взять, и он сам может вернуться взять. Но отказаться от своего отказа, от своего предмета или земли он не может. И несмотря на то, что мы вчера сказали, что Рава, можно сказать, опроверг это объяснение Раби Йоханана и сказал, что лекуле альма, по всем мнениям, и по Раби Йоси, и по Хахамим, все-таки, как только человек отказался, эта вещь не его. Но дальше Гмара объясняет именно по вот этому объяснению Раби Йоханана, что был спор между мудрецами и Раби Йоси. Следующий брат говорит так. Тане хаммавкир Эцадеу. Человек отказался от своего поля. И в этой брате есть две части. Начальная часть и конечная часть. Начальная часть говорит так. Коль шлошея мими холахзор, бо первые три дня, после того, как он отказался от своего поля, имеет право передумать и отказаться от своего отказа, от своего эфкера. Как говорит Ран, афилу захабо ахер кодем хазарато. Даже если кто-то уже сказал, о, это поле мое. Он все равно, владелец, может от своего отказа, от своего эфкера отказаться, и это снова поле возвращается к нему. Но после трех дней не имеет права отказаться уже от своего эфкера, а филу лозаха баахер, как говорит Ран, даже если никто это поле не схватил, не взял, три дня прошло, не имеет права больше он к этому полю возвращаться. Эфкер через три дня получает свое действие. Это начало Мишны. Конец Мишны. Сейфа, он говорит так. Амарте хесаде зо муфкерет ле йом эхад, ле шаббат ахад, ле ходеш эхад, ле шана ахад, ле шавуа ахад, ле шавуа ахад. А если он сказал так, что мое поле будет эфкер ничейным на один день, или на одну неделю, или на один месяц, или на один год, или он сказал на 7 лет, на один цикл шмиты. Ачелозахаба Это братья заканчивает тем, что пока кто-то эту землю не схватил, не сказал, что она моя, неважно, это он или кто-то другой, он может передумать. Прошел месяц, прошел два, неважно во сколько. Он сказал, я отказываюсь от этого поля временно, на день, на неделю и так далее. Миши захаба бенгу бенахер эн яхолах зорба. Но как только кто-то уже эту землю схватил, он или кто-то другой, больше он не имеет права отказываться от своего эфкера. Теперь два вопроса, которые здесь сами на себя напрашиваются. Спрашивается вопрос, почему в первом случае эфкер получает действие только через три дня? Да, мы сказали, что через три дня уже он не может отказаться от эфкера. Но в течение трех дней, неважно, кто-то эту землю схватил или не схватил, он может от него отказаться, и земля снова переходит к нему. А в конце, то, что мы сказали, когда он сказал на день, на месяц и так далее, эфкер, когда он схватывается, начинается сразу, моментально. Если кто-то схватил эту землю сегодня, она становится его. И второй вопрос, что амавкир, тот, кто отказался, он может вернуть себе поле даже после того, как кто-то этим полем завладел. В течение первых трех дней он может это вернуть. А здесь, в конце, он не может вернуть. Даже если никто это поле не захватил. Скажем, если он отказался на день, на два, на месяц, он не может. Теперь интересный вопрос. Говорят комментаторы Гемары, относящиеся к этому листу,
человек, раньше это было, сегодня это не так принято, человек, например, сдавал в рент своих животных гою. Быка, я знаю, корову, осла, чтобы на них работали. Есть проблема. Проблема в том, что человек должен сделать так, чтобы как он отдыхает на шаббат, его животные тоже отдыхали. Это швитат бейма. А как он может? Он одолжит это животное в рент на месяц, на год, неважно насколько. Рама говорит, что пусть он сделает, пусть он откажется от этого животного. Скажет, это животное хефкер. Тогда этот гой что будет? Он это животное, это животное будет этого гоя. Поэтому Рама говорит, что пусть он скажет, что это хефкер на один день. И тогда это не будет животное его. Но Рабби Акива Игер не согласен. Он говорит, как только кто-то это животное схватил и сказал, что он сказал, это животное ничейное, это мое, это животное становится на, его на постоянно. Но мы здесь видим, что Рама говорит, что человек может отказаться от своего имущества даже на короткий период времени, как, например, на один день. Два. Игмара дает три ответа на эти два вопроса. Как так может быть, что в первом случае он да может вернуться, даже если кто-то схватил, а во втором случае он не может вернуться, и сразу же это поле становится эфкер и ничейным. Первый ответ, что начало Мишны идет по мудрецам, начало этой брайты идет по мудрецам, а окончание этой брайты идет по Рабби Йоси. Мудрецы что сказали? Эфкер, он сразу эфкер. Рабби Йоси сказал эфкер, когда будет эфкер, только тот, когда кто-то другой его схватил. Поэтому Гемара говорит так. Реша Рабанан Сефа Рабби Йоси, начало Мишны этой брайты это Хахамим, окончание это Рабби Йоси. Почему? Потому что начало этой брайты говорит, идет по мудрецам, что Мидеорайта хамавкир эно яхоль ахзор бо демидне давкире нафакле миршуте. Тот, кто отказался от своего поля, по Торе, он не может это поле себе вернуть. Как только он от него отказался, это поле стало ничейным. И это объясняет нам вторую элаху, которая говорит «Микан ваэлах эн яхоль ахзор бо афилу ло заха бо ахер». Поэтому, то, что мы сказали, через три дня он не может себе вернуть. Но у нас вопрос сейчас остается, почему в первые три дня он может вернуть? Что по Торе это поле не его. Как только он отказался, по мнению мудрецов, по Торе то поле становится ничейным. Но мудрецы сказали, мидрабанан, дали ему три дня. Почему? Мипне гармаим демавкирин вехадрин бегу. Потому что были аферисты, как, например, здесь такого мошенника нам нарисовали. Что они делали? Эти мошенники, они отказывались от своего поля. Почему? От какого поля, от какого урожая человек должен отделить десятину, когда это поле принадлежит мне, человеку? Откуда мы это знаем? Пасук говорит так. Увага леви ки эн ло хелек венахала имах. И придет леви, у которого нету земли и доли вместе с тобой. И он возьмет десятину. Но когда я от поля отказался, это поле может схватить даже леви. И тогда у него будет доля со мной. Поэтому от поля, которое ничейное, десятину отделять не надо. Поэтому, что эти мошенники делали, или могли делать, они могли от своего поля отказаться, сказать, о, это поле ничейное. А потом снова сказать, я это поле беру себе. Раньше, то есть, люди готовы были дать трума, это 2%. Но 10% уже отдать, левиим, уже это было им тяжело. Поэтому они могли делать такой трюк. Поэтому, чтобы такой трюк они не делали, мудрецы постановили, что первые три дня человек еще может вернуть себе это поле, отказаться от того эфкер, который он сделал. Кош лошаями. Почему? Им захубахем лою зохим мина эфкер. Теперь, что получается? Что в этом случае мудрецы посланили, даже если кто-то это поле схватил, это не считается, что они его схватили. Эфкер не имеет силы по мудрецам. И даже если этот мошенник скажет, я от поля отказался, и потом снова взял его себе, он должен будет дать 10%. Потому что его отказ в течение первых трех дней недействительный. Афилу иску бо ахар ахер лойкне. И даже если кто-то его другой схватил, он это поле не приобретет. Так постановили мудрецы. Поэтому бехол ахзор бо, он в течение первых трех дней может отказаться от своего эфкера. То есть это сделали противодействие таким мошенникам, которые хотели увильнуть от уплаты 10% со своего урожая. Но лахар шлушаями после трех дней эфкер мидорайта логазринан. Остерней уже эфкер паторы, уже мудрецы там свои гзера не сделали. Мы не опасаемся того, что этот мошенник через три дня скажет, это поле мое. Почему? Потому что, объясняет Ран, тот, кто аферист-мошенник, он больше, чем три дня от своего поля не откажется. Почему? Потому что он боится, чтобы кто-то другой это поле не захватил, чтобы это не присвоил. Поэтому Ишзаха ба энехоля взорбо. Поэтому, как объясняет Ран, что
Если говорит Ран, теперь, а в конце, это мы объяснили первую часть. А в конце объясняет Ран. Миши Захагу, мы сказали, человек, который отказался от своего поля на день, на два, на три, на месяц, неважно на сколько, то есть он-то поставил там лимит. Мы посмотрим, как дальше, что когда он показывает, что он поставил лимит, на самом деле он не полностью отказывается от своего поля. Когда ты хочешь отказаться, ты не должен никаких условий ставить и лимитов. Он сказал, я отказываюсь на день, да, мы сказали на месяц, на неделю и так далее. Когда он ставит лимит, что он показывает, на самом деле он не хочет от него отказаться полностью. Поэтому говорит здесь Гмарата. Леди Вреаколь. Объясняет Ран, что то, что в конце Хефкер Лазман, человек, когда отказался на свое поле временно, Миши Захаба Эньяхола Зорба. Тот, кто его схватил, это поле, он больше не может, тот, кто от него отказался, вернуть его себе. Лидивреаколь, по мнению их, Хахамими Рабиоси. Почему? Потому, как мы сказали, почему, может, сказали, Рабиоси что сказал? Когда поле становится ничейным, когда кто-то его схватил. А Хахамим сказали, поле становится ничейным сразу, как он от него отказался. А челу захаба ехула взорбу. Но в отношении первой аллахи, что мы сказали, что пока никто не присвоил это поле, которое он отказался на неделю, на месяц и так далее, хахамим не согласны с Раби Йоси и говорят, а филу ло захаба эн ехула взорбу. Даже никто его не схватил, не имеет права он его больше себе вернуть. Почему? Потому что они говорят, что как только человек от него отказался, поле становится ничейным. Хефкер сразу работает. Афилу тош гимелями. Даже в течение первых трех дней. Почему? Дин дорайта. Логазен. В этом случае мудрецы оставили закон по закону Торы и не стали делать других гзерот. Почему? Потому что мы сказали, что вот этот Рама, этот мошенник, он не будет делать, Хефкер не будет от своего поля отказываться на временное время. Почему? На временно. На неделю, на месяц. Почему? Потому что он знает, что в любой момент он может это поле себе вернуть. Давайте. Три. Это одно, это мы объяснили начало, что идет наша эта мишна по хахамим, которые сказали, да, по Торе сразу становится эфкер, поле. Но мудрецы дали три дня, период, чтобы противостоять мошенникам. Окончание нашей мишны идет по мнению Раби Йоси. Сефа Раби Йоси. Почему? Раби Йоси сказал, что эфкер не становится эфкер, пока его кто-то не схватит. И окончание этой брайты еще сказала, пока никто его не схватил, он может передумать. Но, как только его схватил, он не может отказаться. Поэтому говорит Марата, сефа Раби Йоси. Окончание этой брайты идет по Раби Йоси. Хефкер ло ехол обзор бо, де а де ло ате лиршут зохе, ло яца миршут амавкир. Он говорит, эфкер ехол обзор. Как мы сказали, от эфкера, говорит Раби Йоси, пока никто этот эфкер не схватил, человек может отказаться. Поэтому. Получается так, дин деорайта, ачело захаба, бен ху бен ахер, яхол ахзор бо. По мнению Раби Йоси, по закону Торы, мнение Раби Йоси, которое объяснил Раби Йоханан, по мнению Раби Йоси, по закону Торы, поле не становится ничейным, пока его кто-то не схватил. После того, как он кто-то от него отказался, пока не схватил, поле не становится ничейным. Поэтому, ло яца мишут эфкер, она не вышла из владения того, кто от него отказался. Миш захаба бен ху бен ахер, и не хулак зорбо. Но как только его кто-то схватил, или он сам, хозяин этого поля, или кто-то другой, все, это поле стало его. Почему? Квар яца мишут амавкир. Потому что уже поле вышло из владения того, кто от него отказался. Иран объясняет здесь так, что в начале этой мишны, хефкер стама, когда просто хефкер, во второй аллахе он говорит так. Раби Йоси не согласен с мудрецами и говорит, «Мидо райта ачело заха ба ахер, а филу лаха шлуша ямим ехол ахзорбо». Раби Йоси не согласен с мудрецами и говорит так, что по Торе, по мнению Раби Йоси, как объяснил его Раби Йоханан, даже прошло три дня. После того, как он отказался, пока кто-то это поле не схватил, он может передумать. Ло яцем шутам авкир. Но он согласен с мудрецами в первой аллахе, что мидрабанан, «Коль шлоша ямим ехол ахзор бо, а филу шезаха ба ахер». В первые три дня он, да, может передумать. Почему? Даже если кто-то его приобрел, в этом случае он с мудрецами согласен. Почему? «Митне арамаим» из-за вот этих обманщиков. «Де мавкире вехадрин бахен». Потому что они отказываются от поля и потом снова его берут. Но после трех дней не нужно делать гзиру, кому же сказали, потому что эти мошенники больше, чем три дня от своего поля отказываться не будут. Они отказываются и сразу принимают. Это одно объяснение, что начало этой брайты идет по мудрецам, а конец идет по Раби Йоси. Теперь Мара дает второй ответ, что Ула говорит «Сефа нами хахамим», что не только начало этой брайты, когда он казался
течение первых трех дней он может передумать. Ну и конец, когда он отказался с условием, тоже идет по мнению мудрецов, можно объяснить и конец Мишны по мнению мудрецов. Уля говорит так, сефа нами рабананги, окончание этой брати тоже идет по мудрецам. Почему? Хефкер эно яхол лахзор бо, демиэтрэ дафкера навкале мишуте. Человек, который отказался от своего поля, по мнению мудрецов, он может передумать или нет? Он не может передумать, по мнению мудрецов, потому что как только он отказался, моментально это поле не его. Но в конце, то, что написано там, «Ачерозахаба бенгу бенахер яхолазорбо», в конце Мишны говорит, что когда он отказался от поля на неделю, на месяц и так далее, пока кто-то его не схватил, он может отказаться. Как это идет по мудрецам? Мудрецы сказали, это не его поле. «Яхолазорбо хефкер лазман лошихих». Потому что, как мы сказали до этого, обычно люди навременно от какой-то своей вещи, от своего поля не отказываются. Поэтому так как это не часто случается. Киван де лора цаля авкиро ля олам, афилу безмана авкиро ло нихале де лефюк мишуте. Поэтому так как он не хотел от этого поля полностью отказаться навеки, даже когда временно он от этого поля отказался на неделю, на месяц и так далее, он не хотел, чтобы это поле выходило из его владения. Если бы он хотел, что бы он сказал? Я отказываюсь на него навеки. Поэтому даже конец мы можем объяснить по мудрецам. Это второй ответ. Реш Лакиш говорит, нет, мы можем сказать, что Реш Лакиш Реша нами рабиосу. Мы сказали по первому объяснению, начало по мудрецам, окончание по рабиосу. Реш Лакиш говорит, даже конец мы можем объяснить по рабиосу. Как так? Он говорит так. Реша нами демисефа рабиоси, Реша нами рабиоси. Конец рабиоси и начало мишни брать тоже рабиоси. И он говорит так, Реша идет с Раби Йоси, который считает, «Мидора это эфкер, я хол ахзор бо, де аде де ло, а те лешута зухе, ло я цем лешутам эфкер». И Раби Йоси сказал, человек отказался от поля, пока кто-то его не схватил, он может от него отказаться. Но, вторая лаха там говорит так, «Лахар шлоша ямим, афилу ло заха ба ахер, эн я хол ахзор бо». Сказали, что через три дня, даже если никто его не схватил, не может отказаться. Как? По мнению Раби Йоси же это не идет. Раби Йоси говорит, пока никто не схватил, может и вернуться. Здесь Раби Йоси согласен, что через три дня по мудрецам Мидрабанан этот эфкер действует. Почему? Дело лишь таках Тора это эфкер. Чтобы люди не забыли, что есть такое правило, как эфкер. Что значит? Что люди могут подумать, что захабо ахар эфкеро казаки. Что человек, который это поле получил, он подумает, что Раби Йоси сказал, что нету этого закона, как бы нету закона эфкер, отказа. И когда я получил это поле, я получил от него это поле в подарок. Теперь, если я получил это в поле в подарок, то я должен буду 10% давать. А если я получил это поле как эфкер, ничейно, я 10% не должен давать. В чем проблема? Проблема в том, что люди могут ошибиться и дать неправильный 10% от одного, от того, что я не должен, на то, что я должен. 4. То есть получается так, что у нас есть закон. Например, есть маасер, если от какого-то продукта я уже 10% отделил, от части урожая я 10% отделил. Потом от этого же урожая я хочу взять еще 10% и отделить на другой урожай. Считается или нет? Не считается. Потому что от отделенного все, он уже от 10% освобожден. Здесь что получается, как объясняет Ран, что люди могут подумать, захабо ахарло мявхера захир. Что он это поле получил не как эфкер, а как подарок. И должен от этого поля дать 10%. Хотя по Торе это поле ничейное, и он 10% не должен давать. Что он сделает? Возьмет плоды этого поля сейчас, и вместе, отделяя десятину от этого поля, он отделит и десятину от другого поля. И тогда нарушит запрет. Или наоборот. А дело от лишу заха. Дело я цумер шутовке. Эн мафришин. А мы сказали, эн мафришин минахиюв алаптор у минаптор алахиюв. Человек не может отделить, как мы сказали. Например, человек, у которого дома есть горшок, без отверстия, все, что там растет, должен отделить десятину по мудрецам. А то, что растет на поле, по Торе. Пшеница, скажем. Теперь, он не может взять то, что он должен отделить по мудрецам и заплатить по Торе, или по Торе заплатить по мудрецам. И здесь, так как он думает, что он получает это поле в подарок, а не как эфкер, поэтому опасаемся, что он перепутает здесь масрот. Но в первой алахе говорит, то, что шлоша ямим, яхол ахзор бо, афилу захахер. В первые три дня он может отказаться от своего эфкера, даже если кто-то взял.
Здесь хахамим не сделали эфкер мидрабанан. Они сказали. Почему? Потому что они оставили его по закону Тор. Хаймидо диврехем аля Тора, ехолах зор бо митне харамаин демевкиру гадрангел. Здесь они оставили по закону Тор, как мы сказали, из-за обманщиков, которые отказываются и снова возвращаются. Теперь Гемара говорит интересную вещь, что такой пример. Человек, который у него, он отказался от своего виноградника. Сегодня отказался, завтра утром пришел и стал срезать свой виноградник. Должен он десятину отделять или нет? Говорит Гемара, не должен. Но другие правила, у нас есть лекет шхиха и пеа, то есть то, что он уронил или пропустил, или края своего поля и своего виноградника, даже после того, как он от этого поля отказался и снова его себе приобрел, и уже десятину платить не должен, эти мицвот он должен исполнять. И вот это олелот, если вы видите, что нормальная гроздь, она у него есть плечо, у него есть, она спускается вниз, там на кончике обычно одна виноградина, красивая. А это называется олелот, то есть виноградины без, грозди без какой-то формы. Их тоже мы оставляем для бедняков. Поэтому говорит Мара дальше так, что Мара объясняет на следующем месте, что мы сейчас закончим, говорит Мара так, что по мнению Раби Йоси, который говорит «Эфкер ке матана ве яхол ахзор бо аде дело ате лиршут зохе, ло яцам лиршут амавкир», что «Эфкер он как подарок, и пока кто-то его не схватил, он не вышел из владения хозяина». В случае, когда «Афкире беапетре», когда? Когда он отказался, Раби Йоси говорит, когда этот закон, он говорит, что он не считается «Эфкер», когда он отказался в присутствии двух людей. Почему? Потому что когда он отказался в присутствии двух людей, «Беветре лекакал», это не станет известно. И, возможно, он отказался от этого поля «Вадате де дигу афкире». Он именно для них отказался, чтобы они это поле, скажем, схватили. Поэтому он говорит, пока они это поле не схватили, это поле еще его, и он может отказаться от своего эфкера. Но Раби Йоси согласен с мудрецами, эфкир лав кематана, ве эно яхол лахзор бо, демидан дафкере нефагле мишуте, дафкере беапетле. Он говорит, но если он отказался от своего поля, от своего имущества в присутствии трех людей, тогда моментально это поле становится не его. Почему? Потому что это будет известно многим людям. И в этом случае он отказывается не только для этих трех, а для всего мира. И этот его отказ, он полный отказ. Поэтому это будет известно. И Гмара говорит дальше спор. Махлокет Амураим. Почему нужно именно три человека? Амар Раби Йоханан, Мишум Раби Шимон, Бар Йоцадок. Он говорит, Раби Йоханан со слов своего учителя